Всем доброе утро. Поезд задерживается на 15 минут. Сначала на 10, потом объявили, что на 15. И он едет откуда вот дальше, чем из Берлина, через Братиславу и Будапешт, конечная точка. Мне надо будет выйти где-то между Прагой и Братиславой. Там будет городок, Брецлав. И подождать и сесть в какой-то непонятный поезд до Вены и там уже нашего поезда и только что приехал этот. А должно было пройти 30 минут. Я на второй этаж. Походу, это мой поезд. Но вообще ничего не понятно, потому что на табло вообще... А, нет. Вена. Да. Он, наверное, дальше еще куда-то едет. И как раз я вышел только из своего поезда. Вон он стоит. И этот подъехал. Прям тютелька в тютельку. Хотя между ними разница должна была быть 30 минут. Я 30 минут должен был ждать. Но наш поезд опоздал на 30 минут. Зато здесь два этажа. Я буду ехать на втором этаже. Один. Тут никого нету. Сейчас мы пока спустимся с той стороны на первый этаж.
через 10 минут, чтобы добежать. 10 минут, чтобы дойти до инфоцентра, где я смогу получить венскую карту. Я приехал. Меня развяжет шнурок. Я не успел. Они, оказывается, закрываются в 6.30. Время 6.50. Хотя на сайте было написано, что они закрываются в 7 они закрываются. То есть они на 30 минут раньше закрылись. В итоге я без венской карты, и мне придется проезд оплачивать дополнительно. Плохо. Ну и я ее взял на 3 дня. Но... Привет, Вена. Родина бородатых женщин. Вон там знаменитое колесо обозрения. Самое старое в Европе. Которая до сих пор работает. И там вот эти вот деревянные кабинки. Я там прокачусь. Ну, я на главном вокзале. Сейчас буду искать, где купить билет и как мне доехать до отеля на метро. У них есть шведского. Это любопытно. Возьмем. Довольно шустро, всего 20 минут. С учетом двух пересадок. Венское метро мне больше нравится. Оно более дружелюбно, более простое. И в нем сразу все понятно. В берлинском же надо день убить, чтобы понять все, что там происходит. Здесь же все просто. Как бы ничего сложного. И стоит на 50 центов дешевле. То есть 2 евро и 20 центов. Что, в принципе, все равно дорого, но дешевле. И есть у меня ощущение, что все мигранты, они здесь. Именно здесь, в Вене. И где-то отель у меня должен быть, где-то рядом. Все очень даже клевенько. И вон где трамвайчик стоит. Вот в этом доме. И у них, кстати, на номерах есть вот такой факт, герб. В Берлине и Чехии я такого не видел. Чтобы у них были просто номера. Без всякого. Без всяких флагов, без всяких всего, просто буковки. Буду жить рядом с резиденцией Республики Македония. О, да. Чески прикольные. 2 звезды. Четвертый этаж. Горел свет? Нет света?
Я бы, конечно, поднялся на четвертый этаж пешком, но коль уж они предлагают на лифте, подъедем на лифте. Большая комнатка. Конечно, гораздо меньше, чем в Берлине, но тоже неплохо. Так. Итак, вид из окна. Какое-то здание любопытное. И, кстати, вон там вот тучки очень смачные. Вот это мне не нравится. Окей. Какая-то улица. Ну, типа, где-то там находится как раз исторический центр. В общем, я недалеко от центра. Пешком можно дойти. Что я и буду делать. А вот дождь. Дождь — это не круто. Заселился. Сейчас прогуляемся. На улице идет дождь. Немножко. Рядом со мной есть магазин Билва. Но он работает до 8, а время уже 8:40. Поэтому я не успел. Прогуляемся. Как я понимаю, это так называемое внешнее кольцо. Я по нему сейчас пройдусь и найду, где бы перекусить. И подойдя поближе, можно увидеть, что вот эти скульптуры, они в решетках. Вот здесь на видео наверху видно. То есть они сеткой огороженные от вандалов. А сама церковь называется вот так вот. Дрейфальтигхейтс-Херч. Что-то вот типа такого. Опасно. Больше 120 на великах не разгоняться. У них еще рядом со светофором стоят вот такие штуки, которые тикают. И у них на светофорах прикольные человечки. Типа, если надо идти, есть вот такой вот знак. Вот, в каждой стране свои светофоры. В России одни, в Берлине другие, в Вене третьи. А в Праге я не обратил внимания, но поглядим. О, чувак в шляпе. Все закрыто. Времени еще нет 9, а все закрыто. Даже покушать негде. Единственное место, которое можно поесть напротив отеля, это китайская хреновина. При этом рядом с отелем в Берлине тоже был китайский ресторанчик. Но я сюда зашел, и они ничего не понимают по-английски. Они не знают английский, и у них нет меню на английском. Я ушел. Толку тыкать пальцем в небо. Пройдемся еще чуть-чуть. Если ничего не найдется, придется быть голодным до утра. Но зато у меня есть швепс со вкусом ковы, который на вкус как огурец с ковой. Как-то так. Я нашел место, где поесть. Как это ни печально, но... Это Макдональдс. Вот за это, за бургер, картошку и колу я отдал 8,6 евро. Это 600 рублей. Ну, вот такой вот был пятый день. Дальше поесть и планировать на завтра всякие разные штуки.